решили проехаться и заснять, а также зафотографировать Чуйский, Чимальский тракт после самого Чимала, вот до так называемого Орактойского моста. Вот. Посмотрим, поснимаем красоты, вот, пофотографируемся, да, посмотрим, как тут люди живут. Thank you.
get to hear me now. Show your shoulders when you get older. Oh, things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. Get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Решили отправиться на дождь глядя. Он сзади нас догоняет. Решили отправиться на водопад и всякие петроглифы, смотровые площадки, урочище Чичкыш. Какое-то удивительное название такое. Вот. Но вроде недалеко. Посмотрим, чем кончится. Hear that old familiar sound.
собственно говоря, и все урочище. Есть еще какой-то груд верности. Сейчас я покажу его. Люди, которым не хватает ее, или сомневаются они или в себе, или в другом, вот они туда, значит, идут и обретают ее верность. Подходит к концу сегодняшний день, а сегодняшний день уже пятый день на Алтае, потому что сегодня уже пятница, приехали мы в понедельник. Вот, значит, ну что, опять дождь, мы сидим в палатке, дождь так себе, чайник он у нас там кипятится. Вот, сегодня съездили, очень много-много-много сделали фото и видео по Чимальскому тракту, вот за Чималом. Побывали в урочище Чичкыш, вот, ну так более-менее нормально тоже. Вот, в целом, опять же, конечно, очень много туристов сегодня, вот как действительно выяснилось сейчас, что пятница, и народу очень много прет на машинах в ту сторону, вот туда, за Чималом. Я думал, что в Чимале не меньше, там, наверное, вообще капец. Вот. То есть народ на выходные все-таки едет расслабляться вот туда, за Чимал. Вот. В целом погодка нам сегодня повезла в том, что, ну, все у нас заснялось. Мы под дождь посильно не попали. Вот. Танюха сегодня вот помылась. Первый раз мы опробовали душ. Не ну, первый, а второй. Душ имеется в виду в плане теплый душ. Вот. Ну, я успела баньку принять только-только до начала дождя. Прям все бегом-бегом-бегом, кое-как, но хотя бы голову помыла. Дело было в дожде просто, проблема. Ну и, конечно же, что, без косяков никак. Мы оборвали ручку на душе. Не той, которой поливают. Резво так поливать стали, и хыщ. Побежали в палатку с ней. Торопясь. Ну, блин, растянется. Нет, да. Мы порвали цеплялку, на которой она висела. Да, за которой она цепляется. За сучок. А, хрясь только и все. И капец. Душ был пойман. Мог бы быть пойман головой моющегося человека. Я мыться не собирался. Вот. Он все на мне экспериментировал, думал, надолго ли хватит душа. Решил в этот раз залить еще больше воды, и вот эксперимент закончился неудачно. Я сегодня в Катуне очень неплохо искупался, замечательно. Ну, не то чтобы я там плавал, я там просто пару, тройку, четверку раз это, туда занырнул, без головы причем. Голову снимал и берегу оставлял. Ну, зачем же ее с собой туда брать? Молодец, так. Без головы лезут. Не окунался я с головой. Вот, по шею только. Вот. Ну а с головой вообще опасное дело здесь, наверное. Там не знаю, сколько градусов, там градусов 5, наверное, может быть, всего лишь. Может и того меньше. Вот. Ну чего, все было очень здорово. Урочище, Чичкыш, вот это вот, оно чем меня опять порадовало? Таким буйством туризма вот этого, то есть прям порадовало в кавычках, то есть приходишь, там прям написано территория частная, то есть, ну все, думаешь, ни хрена себе, вот люди выкупили, наверное, все горы вот там это, которые есть. Я думаю, хотя, конечно, могу ошибаться, но, наверное, все банальнее, и, скорее всего, там просто метры прохода выкуплены вот в этом месте. И за проход тебе берут бабло.
тащат туда туристов, там всякие бабушки, все идут, все туда прутся, их всех туда тащат. И самое главное, обряд там проведут. У духов спросят разрешение. На фотосессию. Все там, да, четко. Духи должны дать добро. Бабушкам. А духи так бац, дождь послали. Добра не дали. Да, добра от духов мало человеку. Там сам духом станешь. Вот. И бабушки с крестиками, со всеми все пошли. Сейчас обряд будут делать. Причем кто будет делать? Даже, по-моему, самых дремучих там этих джунглях, то шаманы кто были? Мужики. Ну, в любом случае. Ну, а тут что? Такая духи же бабушка. Все равно не услышат. Такая же бабушка примерно. Ну, может, чуть-чуть скоро станет ей уже, может, не знаю. Мы сейчас проведем обряд. Тоска зеленая. Ну, ладно. Суть не в этом, в том, что в целом посмотреть можно. Деньги берут маленькие, 50 рублей с человека всего лишь. Ну правильно, за 2 квадратных метра что еще с тебя можно брать? Вот. Будочка такая хиленькая, такая бабушка там тоже сморщенная, такая что-то там предлагает, какую-то фуфлинскую штучку. Там вот какие-то те же самые, что в Союзпечати продаются какие-то буклетики. Вот ты вот там идешь, там ой, купить надо бы себе что-то такое. Вот я из Чекшкыша. Вот, а издательство откроешь, там какой-нибудь Горно Алтайск. Ну, еще что-нибудь такое. Ну, как обычно, разводила в очередное, левак вообще помню. По сути, это главное, в принципе, да, не суть, поэтому не будем заострять внимание, хотя и получилось заострить. В целом, день прошел замечательно, мы хотели поехать на сплав. Ну, думаю, что очень быстро сейчас сфотографируемся, но ни хрена у нас не вышло, потому что затянулось, мы любим фотографироваться, очень долго снимать все. И думали, что начнется дождь, поэтому мы решили как бы динамить. Приехали, тут тепло, люди ползают. У нас тут по участку с альпинистским снаряжением. Местные тут товарищи, у них тут скалодром. Живем на скалодроме, вот, на арт-объекте. И вот, в общем-то, попили чаю, поели, Танюха вымылась, и вот начался дождь. Собственно говоря, на сегодня разбор фотографий только, там, каких-то этих, перекачка тудым-сюдым, расфасовка, и все, завтра мы собираемся отсюда, в общем-то, чухнуть. Вот сейчас вот такой вопрос, с утра или вот днем, или когда, вот, то есть, надо определиться. А так, все, как своим путем идет потихонечку. Все замечательно, все здорово. Идет дождь. Да, спать охота. Get to hear me.